выпуска IQ Option. Бинарные опционы для каждого. Начни зарабатывать уже сегодня. Всем привет, дорогие друзья. С вами Сергей Симонов, и вы на канале Добра и Позитива. Перед тем, как начать сам основной свой ролик, да, а ролик будет сегодня тоже интересный, рекомендую его досмотреть до конца. Будет обзор новой видеокамеры, которую я приобрел, экшн-камеры, но об этом чуть позднее. Хочу сейчас выбрать все-таки победителя. Был у нас ролик недавно про браслеты Power Balance, и хочу, наверное, начать с приятного, да, выявить просто, соответственно, победителя. Того человека, который правильно ответил на вопрос, что же за голограмма, из чего она сделана, находится здесь в самом браслете, да. Много было комментариев ваших, и лестных, и не очень лестных, и что это эффект плацебо, и что это все это ерунда. Не буду с этим спорить. Опять же, вот как мне кажется, для того, чтобы сделать такие умозаключения, нужно их просто поносить. Вот, ну, как бы, все просто, да. Я вот ношу, и поверьте мне, я всякую фигню на руку одевать не буду. То есть я эффект ощущаю. И вот супруга у меня тоже носит этот браслет, потому что на самом деле много работы, целый день на ногах, и я вот в спортзал хожу, соответственно, утомляемость у меня реально меньше, да. Не знаю, с чем это связано, может быть, даже и с самовнушением, не знаю. Но если это и самовнушение, я думаю, что ничего там плохого нет. Итак, давайте, я не знаю, там, я просто просил написать, соответственно, правильный ответ под моим комментарием. Комментарии везде писали, мне ВКонтакте, и в личку, и везде. Вот, я написал конкретно, да, значит, правильный ответ писать под моим комментарием. Вот, правильный ответ пишите под этим комментом, соответственно, да. Было очень много разных всяких версий, но и многие из вас ответили правильно. Давайте все-таки, наверное, выявим победителя, да. Вопросов много, ну, вернее, ответов много и правильных много. Давайте сделаем так. Мое любимое число 28, да. Многие спрашивали, как вы будете выявлять победителя. Ну, можно было рандомом, можно было еще как-то. Я решил просто вот, ну, мое число 28. Значит, теперь отсчитываю 28 комментарий в правильных ответах. И, соответственно, выявим победителя. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Из металлизированного кокаина. Но это ответ неправильный. Значит, идем следующий. Вот. Lexaz APEXN. Голограмма в браслетах Power Balance сделана из милларового диска с графическим наложением, порошковым напылением красного турмалина. Лайкаем, чтобы комментарий попал в топ. Ну, не знаю, как бы спорный вопрос, но я думаю, что, наверное, этот ответ, он правильный, да. Он сделан из мейлара, соответственно, правильная здесь формулировка. Вот, не знаю, насчет красного турмалина. Короче говоря, Lexaz APEXN, пиши мне в личку, кидай свой, соответственно, адрес, и я тебе почтой России все это дело отправлю. Он такого, знаете, оранжевого цвета, размер М-ка, 19 сантиметров. Вот так вот он выглядит. Поэтому я думаю, что нужно поздравить победителя. Поздравляю. Lexaz APEXN. Ты выиграл в этом конкурсе. Все, пиши мне в личку, я тебе, соответственно, отправлю в ближайшее время этот браслет. Все честному, по-честному и без обмана. Итак, смотрим сам ролик. Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске я бы хотел рассказать о еще одной покупке, которую я совершил в Финляндии. В принципе, далеко не все, конечно, вошло в эфир в ролике про покупки из Швеции и из Финляндии. Почему? Потому что какие-то сумки у нас остались в Финляндии у друзей. То есть мы поехали в Швецию, там что-то купили. Соответственно, вот обзор покупок мы делали. Они, конечно, были не все покупки. И вот сегодня я как раз хочу еще поговорить об одной штуке, которую, в принципе, ну так получилось по случаю, она мне как бы досталась, да. Совершенно случайно зашли в магазин в
финский. И я там увидел вот эту камеру, да. И продавец, в принципе, он там немножко понимал по-русски, поэтому с ним получилось как бы такой, знаете, хороший такой интересный разговор. У него тоже такая камера была, он мне показал качество видео на своем смартфоне, да. Я посмотрел, в принципе, меня это устроило. Цена вот этой видеокамеры составила 89 евро. Вот. Правда, карточка была отдельно. Я ее приобрел, соответственно, как бы отдельно, экстра, да. И еще оформили такс-фри. То есть я еще получил за эту камеру обратно на выезде из Финляндии, когда мы ехали поездом на Allegri, прямо в самом поезде нам еще отдали такс-фри, по-моему, 20 с лишним евро за возврат такс-фри с этой камеры. Да? То есть это вдвойне приятно. Вы, наверное, сейчас спросите, а что ты GoPro не купил, да? То есть почему именно на эту камеру у тебя пал выбор? Ну, я скажу честно, да, то есть у меня, конечно, все-таки формат моих видео больше такой, ну, как бы разговорный, да, то есть я не занимаюсь какими-то там экшн-съемками, какими-то там погонями, какими-то там сумасшедшими, какими-то драйверскими, дайвинскими вещами, да, но я посчитал, что, в принципе, эту штуку мне нужно приобрести, потому что вот скоро поедем на Маврики, может быть, я там буду какие-то погружения делать. И мне, в принципе, нет смысла там, может быть, брать какую-то навороченную крутую камеру, там, типа GoPro, да. И качество видео, которое я увидел, соответственно, у этого парня, продавца, меня, ну, устроило. Я сейчас расскажу тоже о характеристиках этой камеры. Мы ее откроем, попробуем все это дело... ну, поснимать, посмотреть, не знаю, что из этого получится, вот реально она еще, видите, запечатанная, то есть тут вот все заклеенные такс-фри, соответственно, пленки, я специально хотел сделать это отдельное видео, вот как раз сегодня такой день. Ну, давайте, наверное, начнем распаковывать. Итак, вот, как я уже сказал, соответственно, карточка шла отдельно, за отдельную стоимость, я взял 32 гигабайта, здесь ультрамаленькая карточка и, соответственно, сам адаптер. Вот, тоже купил все в Финляндии в одном магазине и на это тоже получил такс-фри, соответственно. Значит, с карточкой все понятно. Теперь переходим к самой камере. Да? Ну, вот на первый взгляд, вот взяв ее в руки, да, то есть я понимаю, что это, в общем-то, довольно-таки качественно, красиво сделанная вещь. То есть я ее в магазине, конечно, смотрел без корпуса, мне она понравилась, я ее крутил, вертел в руках, снимал бокс, мне она понравилась. Ну, реально, как бы, не знаю, прототип GoPro. Вот, только GoPro стоит, конечно, дороже в разы. То есть там порядка 450, наверное, евро стоит. Эта камера стоит 89 евро. В принципе, я думаю, что цена, в общем-то, нормальная. Значит, что здесь есть в этой камере? Значит, назову, наверное, модель. Называется это Denver AC5000W. Вот так вот она называется. Full HD. Есть, соответственно, 8 мегапикселей здесь. Mini HDMI есть. Очень много вещей, которые входят сразу в комплект к этой камере. Тут и пульт, соответственно, USB кабель, крепление для велосипеда, стикер 3M-овский, еще какой-то стикер идет. В общем, сейчас все откроем, посмотрим. Ну и как бы сам бокс, соответственно, да. Хорошее разрешение, в принципе, здесь в этой камере. Здесь есть что еще? Также можно делать фотографии в формате JPEG. Вот встроенный микрофон. Есть также вход для внешнего микрофона. Так, что тут? Внутренняя память 1 гигабайт. Не для видео, для фото. То есть, я так понимаю, внешняя память microSD, я уже сказал, до 32. То есть, 32, соответственно, у меня карточка и есть. Full HD, действие камеры с функцией Wi-Fi датчика. 5.0, SMOS, что тут еще? Фиксированный угол здесь есть. 1080 разрешение этой камеры. Ну, давайте, наверное, будем ее вскрывать. Здесь видите, как вот пленочка такс-фри заклеивалась, чтобы, соответственно, получить такс-фри в поезде. Тоже, в принципе, я хочу сказать, что довольно-таки удобно. Вот мы ехали Allegri обратно. То есть возврат такси осуществляется прямо в непосредственно в вагоне. То есть проходят люди, спрашивают, если что, соответственно, на получение такс-фри. То есть ты показываешь вещь. Я вообще эту вещь не показывал. Она как у меня была убрана в сумке, так я ее даже и не показывал. И даешь просто паспорт свой, они сверяют
с чеком на покупку и тут же выдают наличкой, что тоже, как мне кажется, приятно. Итак, открываем. Вот. Так, эту коробочку мы, наверное, отставим в сторону. Довольно-таки качественно, еще раз говорю, все сделано. То есть тут есть так называемый скотч, наверное, который нужно по кругу открыть. Сейчас попробую его размотать. Да. Такой крепеж такой есть здесь, видите, тоже довольно-таки удобное. Вообще в последнее время сейчас столько всякой разной техники появилось. Видите, такой крючочек даже есть. Что даже не угонишься. Поэтому вот, конечно, из меня обзорчик может быть и никакой, но посчитал своим долгом все-таки показать эту камеру, да? Как это называется? Unboxing, да? Unboxing. Так. Скрываем потихонечку. О, открыли. Так, теперь как... А, соответственно, здесь, значит, все аксессуарчики лежат. То есть, я так понимаю, вот это вот крепеж, наверное, для велосипеда, либо даже на голову. Видите? Такая штучка есть. Это вот какой-то тремовский стикер. Такой, знаете, противоскользящий такой. Ну, не скользящая такая пленочка. Так, вот еще какой-то крепеж есть. Это, я так понимаю, на велосипед крепится. Вот такой вот он. С возможностью крепления в разных, наверное, местах. А, также есть вот такой вот тремовский тоже стикер. Вот так вот он выглядит. Также есть пульт, о котором я говорил. В принципе, тоже штука удобная. То есть на расстоянии ты можешь чик, включил камеру, выключил камеру. Тоже я считаю, что это плюс. Ну, соответственно, все всевозможные описания, инструкции. Так, вот такой вот крепеж еще есть. Так. Также здесь есть кабель USB. Тоже был заявлен. Он тоже есть. Так. Батареечка. Батареечка маленькая. Литий-ионная, 3,7 В, 1000 ампер-час. Такая вот. Также здесь есть еще какая-то инструкция. Все на английском языке, конечно. И есть крепление, я так понимаю, это на, соответственно, машину. Ну, сейчас, наверное, саму камеру все-таки давайте извлечем отсюда из коробки. Так. Вроде бы открылась. Вот так вот это выглядит. Такая вот камера. Теперь надо ее, наверное, отсюда открутить. Она тут на резьбе находится. Так, все это я открутил. Соответственно, коробочку можно тоже отставить в сторону. Ну и вот она получается вот так вот выглядит в моих руках. Ну вот по размеру, вот если кулачок, то есть она вот абсолютно вот вмещается вот так в руке. Давайте, наверное, снимем этот водонепроницаемый корпус. Так вот он от щелчка просто так вот открывается. Соответственно, вот так вот раскрывается. И сама камера лежит здесь. Вот бокс выглядит вот таким вот образом. Довольно-таки такой тяжеленький он. Сделан такого из высококачественного пластика. Кнопочки управления, кнопочки старт-стоп. Соответственно, тоже здесь есть. И здесь вот такая вот резьба. И сама камера. Камера, сейчас покажу, сфокусируется. Выглядит вот таким вот образом. Здесь есть слот для карты памяти, соответственно, есть HDMI вход и есть точно так же вход под микрофон отдельно, я так понимаю, да? Что еще здесь есть?
переключение с фото на видео, здесь на кнопочке тоже есть, и маленький дисплей. Сейчас поставим батарейку и сделаем первый запуск. Так, вот крышечку, наверное, заднюю давайте снимем. Вот так вот она, в принципе, здесь оттягивается и снимается довольно-таки легко. Вот такой вот отсек под, соответственно, батарею. Вставляем батарейку и одеваем обратно нашу крышку. Да, довольно-таки легко это все дело происходит. Можно, в принципе, спокойно, быстренько все это сделать. Теперь вставим карточку. Так, теперь, наверное, вставим саму карточку. Многие тоже из вас, ребят, пишут, да, на что вы снимаете, какой камеры пользуетесь. Ну вот, в том числе сейчас буду вот и на эту камеру тоже снимать. Наверное, сделаю в ближайшее время пару видео с улицы, с помещений, да, посмотрим качество какое будет, сами все оцените. Действительно, есть ли смысл переплачивать там на ту же GoPro? Наверное, есть смысл, посмотрим. Так вот, соответственно, адаптер. Вот так вот выглядит обычный, да? И сейчас ставим сюда маленькую карточку, вот эту SD-шную. Ультра микро SD 32. О, прогресс какой! Я говорю, вот в мою молодость, если смотреть там, например, еще в те времена там, да, о таком просто мечтать можно было. Сейчас чего только нет. Вот сама карточка. Вот так вот она выглядит, тоже маленькая, ведь. Сейчас будем вставлять ее. Так. Сюда. То есть адаптер нам, соответственно, нужен для того, чтобы перекидывать видео на комп. Так, и я так понимаю, это вставляется сюда вот таким вот образом. Так. Сейчас ставим. Посмотрим, как дальше будет выглядеть. Да, все, вставил. Здесь очень важно еще правильной стороной, соответственно, вставить. Потому что можно сломать, все маленькое, все хрупкое. Вот все. Теперь, наверное, включаем. Может быть, даже такое, что и батарея разряжена. Может быть, какое-то время нужно будет мне сейчас подзарядить, соответственно, камеру. Сейчас посмотрим. Да, батарейка была, в принципе, не скажу, что на полностью, но, в общем-то, заряжена. Вот, включение происходит вот здесь вот. Красная кнопочка такая. Но нужно подержать примерно 2 секунды, тогда, соответственно, включается. Сейчас здесь стоит режим камеры. И точно так же можно переключать на режим фото. Да. Ну, не знаю. В принципе, вещь такая хрупкая довольно-таки, да, но мне кажется, что она будет полезна мне. Особенно при съемках, например, где-то там под водой, как я уже сказал, там на том же Маврике, куда мы в ближайшее время собираемся. Вот, ну и вот как бы пульт, что тоже, в общем-то, наверное, здорово. То есть, можно поставить на расстоянии и, соответственно, да, включать старт-стоп. Ну, пультик довольно-таки простой. Здесь есть переключение на фото, есть переключение на видео и просто пуск и остановка самого видео. Что еще здесь из такого из интересного показать вам, рассказать? Ну, вы знаете, наверное, я сделаю просто, наверное, съемку целиком видео этой камеры и в ближайшее время вам покажу качество картинки, а вы, соответственно, в комментариях оцените. И еще вот хотел у вас поинтересоваться и спросить, кто-то из вас пользовался вот данной камерой, да, данной экшн-камерой Denver 5000 AC W, вот так вот она, правильно, если называется,
Напишите в комментариях тоже. Давайте пообсуждаем, хороша ли она при съемках, соответственно, там на улице, в помещениях, там под водой, в воздухе, там с парашютом, еще где-то. Да? Мне просто интересно, как она в деле, соответственно. Ну и в ближайшее время, я говорю, я сниму, наверное, пару видео на эту камеру и оцените качество звука и качество картинки. Что еще рассказать, ребят, я даже не знаю, потому что на самом деле я такой, знаете, обзорчик техники еще тот, поэтому вот как показал своими, как говорится, руками открыл, все посмотрели, вскрыл, показал, что есть внутри. Ну, не знаю, буду пользоваться и, не знаю, надеюсь, вы оцените. Думаю, что эта камера будет хорошо служить и, самое главное, долго. Все, всем добра и позитива. С вами был Сергей Симонов. Чао, пока. И еще раз поздравляю победителя, который выиграл браслет Power Balance. Чао, пока.